Нам, живущим в эпоху высоких технологий, может показаться, что наши предки использовали на войне лишь примитивное оружие. Но более 2000 лет назад уже применялись прообразы тех машин, что можно увидеть на полях сражений и в наши дни. Древние империи создавались при помощи огнеметов, метательных машин, огромных осадных орудий и, возможно, даже скорострельных пушек. Вы поразитесь тому, как продвинулись в этой сфере античные инженеры. Технологии древних цивилизаций. Военное дело. За последние века наши представления о том, как велись войны в античности, сильно изменились. Проанализировав древние тексты, историки обнаружили, что широко распространенные виды оружия и боевых машин были огромного размера и необычайной силы. У римлян не было оружия массового поражения, но у них было много поразительного оружия. Тексты той эпохи показывают, что в античности не только накопили огромный арсенал смертоносного оружия, но и достигли значительного мастерства в его изготовлении. Машины, которые строили в древности, удивительно похожи на современные. Это исторический факт. Военные технологии всегда наиболее совершенны. Более 2000 лет назад древние греки в эпоху эллинизма создавали удивительные боевые машины. Однако полностью их смертоносную силу смогли раскрыть только создатели самой грозной военной силы античности – римской армии. Всего за 2 с небольшим века римляне создали империю, простиравшуюся от Шотландии до берегов Евфрата. Когда мы говорим об античных войнах, нам сложно представить масштаб операций, а также размер и сложность боевых машин. Подобных им не появлялось на полях сражений еще почти 2000 лет. Сам факт их разработки показывает, эти войны велись на уровне, очень близком к современному. Эти поражающие воображение устройства были доведены до совершенства римлянами, армия которых поддерживала порядок на огромных пространствах империи. Баллисты достигали гигантского размера. Они могли метать снаряды весом 78 килограммов. Но римляне не пренебрегали и машинами поменьше. Даже вот это небольшое устройство могло метнуть дротик, который пронзил бы человека насквозь. Но что мы знаем о боевой эффективности римской армии? Масада, Израиль. Сохранились античные тексты, рассказывающие о мастерском применении боевой техники римской армии. Яркий пример – осада крепости Масада на территории современного Израиля. Название Масада происходит от древнееврейского «мецуде» — горный замок, цитадель. На вершине горы — развалины Большого дворца, построенного Иродом Великим в 1 веке до нашей эры. Среди этой красоты в 73 году нашей эры произошел один из самых драматических эпизодов античной эпохи. Масадой назывался укрепленный дворец, построенный Иродом Великим в Иудейской пустыне. После римско-иудейской войны ее захватили мятежники, и римлянам нужно было вернуть крепость себе. Более 2 лет восставшие противостояли мощи Римской империи, оккупировавшей Иудею. После взятия Иерусалима на расправу с мятежниками был брошен 10-й легион. Восставших возглавлял Элизар бен Яир. Его противники были очень сильны. Осаждавших Масаду римлян возглавлял Флавий Сильва. Он прибыл на место, по всей видимости, зимой 73-го года и первым делом постарался отрезать защитников от помощи извне.
Он построил вокруг крепости стену, которая не давала выбраться из города, и оказывала сильное психологическое давление на осажденных. Останки стены сохранились по сей день. Через каждые несколько сотен метров стояли башни или небольшие форты, из которых римские лучники обстреливали защитников крепости. Об осаде напоминают наконечники римских стрел, найденные вокруг стен Масады. Римляне знали, что восставшие в ловушке. Но что они могли поделать с неприступной твердыней? У повстанцев было как минимум две причины именно в Масаде дать врагу последний бой. Во-первых, ее было практически невозможно штурмовать. А во-вторых, здесь не было проблем с пресной водой. Мы находимся на краю Иудейской пустыни, неподалеку от Мертвого моря, в одном из самых жарких мест на Земле. Это также нижняя точка земной суши. Когда-то над этой бесплодной равниной высилась великолепная крепость. Чудо античной фортификации. Высоко на скале царь Ирод построил шикарный дворец и сад для своего двора, со всех сторон защищенный крутыми утесами. Сложная система труб подводила в крепость воду из ближайших речушек. 12 огромных цистерн хватало и для питья, и для бассейна, бань, и, наконец, полива растений, снабжавших защитников пищей. Водоснабжение оказалось необычайно важно для повстанцев, удерживавших Масаду 80 лет спустя. Крепость – настоящий клад для таких археологов, как Гай Штибел. Их находки в значительной мере подтвердили сообщения, оставленные современниками осады. Подробнее всего о ней пишет Иосиф Флавий. Он был первосвященником и командовал еврейскими силами в Галилее. Потерпев поражение от римлян, он перешел на их сторону и начал писать историю восстания иудеев. Его книга содержит ценнейшие сведения о событиях в Масаде. Иосиф Флавий оставил великолепный отчет. Когда Флавий Сильва увидел, что вся остальная страна подчинена, и лишь одна крепость продолжает сражаться, он собрал всю свою армию и выступил против этой твердыни, называвшейся Масада. На кону стояла честь Рима. Для римлян повстанцы были занозой, и Флавий Сильва поклялся, что уничтожит их любой ценой. Но стоявшая перед ним задача, казалось бы, не имела решения. Как он мог взять Масаду, защищенную самой природой? Он использовал военную технику, придуманную великими изобретателями, древними греками. Греки намного опередили свое время, сделав потрясающие открытия в науке, философии и искусстве. На поле боя они показывали все свое мастерство и изобретательность. В Олимпии, рядом с местом обитания богов, есть большая коллекция древних доспехов. Легко представить воинов, бросавшихся в них на врага 2500 лет назад. Но настоящий ужас во врагов вселяли боевые машины греков. Первые семена будущих великих изобретений были посеяны в Сиракузах на острове Сицилия около 400 года до нашей эры. Тиран Дионисий Старший призвал на остров мастеров из Италии, Греции и Карфагена, чтобы создать оружие, которое устрашит любого воина по всему Средиземноморью. Эти машины, осадные орудия, особенно катапульты, полностью изменили военное искусство. Изменился сам характер боя. Раньше битвы велись лицом к лицу, махали мечами, рубили друг друга. А теперь опасность грозила издали. С помощью катапульт можно было нанести врагу огромный урон, не приближаясь к нему.
Еще несколько разновидностей боевых машин появились в результате развития сиракузских изобретений. В IV веке до нашей эры в армии Александра Македонского были и катапульты, и камнеметы. Предки арбалетов. Древние понимали и то, какую выгоду может принести использование огня. В 424 году до нашей эры в войне Афин со Спартой для разрушения деревянных стен Делиума был применен первый огнемет. Эти огнеметы были довольно примитивны. Короткая трубка, одним концом погруженная в котел с горячей смесью смолы, серы и древесного угля. Он бил всего метров на 5, но в морском бою этого вполне достаточно, чтобы поджечь вражеский корабль. Совершенство в строительстве огнеметов достигли византийцы. Этому Сифону VII века был нужен большой резервуар нафты или греческого огня. Как видно из манускрипта эпохи Возрождения, в морском бою греческий огонь был опаснейшим оружием. Современный его эквивалент — напалм. Многие считают, что устройство, стреляющее огнем, — это изобретение 20 века. Однако очевидно, что огнеметы использовались в сражениях несколько тысяч лет назад. Эти реконструкции византийских огнеметов — примеры простого, но смертоносного оружия. У меня в руках ручной огнемет. Клапан может открываться и закрываться, засасывая воздух, который, нагреваясь при смешении с нафтой, стремительно летит во врага. Но были ли все эти изобретения действительно эффективными на поле боя? Чтобы выяснить это, ученые создали вот такую модель. У меня в руках гипотетическая реконструкция византийского огнемета. Мы знаем, что в древности активно использовался греческий огонь, так что можно предположить, что существовали и небольшие ручные варианты такого оружия. Когда наступающая армия одновременно стреляла по врагу из десятков огнеметов, эффект должен был быть ужасающим. Греческий огонь, разбрызгиваемый из этих смертоносных устройств, был липкой жидкостью, пристававшей к коже и сжигавшей врага живьем. Конструктивно, это обычный сифонный насос. При нажатии на поршень горючая жидкость выстреливается из сопла и поджигается небольшим язычком пламени. Современные огнеметы устроены аналогично, используют похожие горючие, но работают за счет постоянного высокого давления, а этот стреляет при нажатии на поршень. Византийцы усовершенствовали конструкцию примитивных огнеметов, созданных древними греками. Но были ли у самих греков ручные огнеметы? Безусловно, использованные византийцами сифоны были известны александрийским ученым за много веков до этого. Мы можем лишь вообразить применение античного огнемета в сражениях 2000-летней давности. Конечно, это было необычайно разрушительное оружие. Пример военной технологии, которую в новое время не изобрели, а открыли заново. Так же, как и сейчас, в древности огнеметы могли применяться для уничтожения ключевых объектов на поле боя. Они использовались так же, как и в современной войне. Римляне тоже использовали огонь в качестве оружия. Однако, чтобы захватить горную твердыню Масады и сломить сопротивление упорных иудеев, им пришлось применить иную стратегию и иные технологии. Защитники Масады и их неустрашимый вождь Элизар бен Яир с
стали символом сопротивления Римской империи для всего Средиземноморья. В Риме разгром иудейского восстания уже отметили триумфом сразу после взятия Иерусалима. Римская армия не могла отступить. Римлянам было важно уничтожить дерзких мятежников. Если бы кто-то из них спасся, скажем, сбежал в Египет, они посеяли бы семена смуты на новом месте. Нужна была полная зачистка. Никто не должен был уйти. С высоты своих укреплений восставшие могли видеть, как штаб Флавия Сильвы разместился на склоне холма напротив дворца. В сухом воздухе далеко разносились команды. Легионеры обустраивали свои лагеря. Римское войско численно заметно превосходило восставших. Чтобы разместить его, потребовалось 8 лагерей. В лагерях были построены святилище, госпиталь, форум или рынок, а может быть, даже и публичный дом. Я сижу на месте бывшего римского лагеря. В каждой палатке жили 8 солдат, и вокруг нас раскинулся целый лес палаток. Здесь жили около 2000 воинов, почти половина 10-го легиона. Остальная часть легиона и несколько тысяч солдат вспомогательных войск расквартировались в других лагерях вокруг Масады. 10-й легион рвался в бой. В одной из предыдущих битв с иудеями они опозорились. Восставшие захватили штандарт легиона. Теперь легионеры жаждали мести. Мужчины, женщины и дети, осажденные в Масаде, слишком хорошо знали силу римской армии. Из 960 осажденных лишь 200 могли сражаться. Остальные были женщины и дети. Им противостояли 7 или 8 тысяч великолепных солдат. Цвет римской армии. Лучшие легионы восточной армии римлян. Римляне уже взяли Иерусалим. Предстояло пасть и Масаде. У римлян было преимущество, лучшая система логистики и планирования в античном мире. Под стены, возведенные на скалах Масады, они привезли самые мощные осадные машины. Эти метательные орудия были античной тяжелой артиллерией. Иосиф Флавий был поражен их мощью. Из всех этих хитроумных устройств, метавших камни и дротики, лучшими считались машины 10-го легиона, которые были крупнее и мощнее прочих. Они не только отражали атаки иудеев, но и заставляли искать укрытие тех, кто стоял на стенах. Были два вида артиллерии. Катапульты выпускали стрелы, подобно арбалетам, а баллисты — камни, как маленькие, так и глыбы по 25 килограммов весом, которые разрушали стены. Крепость постоянно подвергалась обстрелу из 50-60 машин. Этот снаряд определенно во что-то попал. Один из краев отбился при ударе. Такие ядра римских баллист можно найти у городов по всему Средиземноморью. Несколько отличных экземпляров недавно обнаружил доктор Джордж Стейнхауэр в гавани Пирея к юго-западу от Афин. Эти снаряды мы нашли неподалеку от стен Пирея. Как вы видите, они каменные. Они были сделаны вот из тех небольших колонн, тогда стоявших на кладбище за городскими стенами. На некоторых ядрах сохранились отметки, указывающие их вес. Они были нужны не только для того, чтобы зарядить ядро в подходящую машину, но и для того, чтобы правильно оценить дальнобойность.
Хорошие артиллеристы вносили соответствующие поправки. Согласно инженеру Филону, самые большие из баллист, стоявшие на вооружении римской армии, метали камни весом 26 килограммов примерно на 200 метров. Но вполне вероятно, что строились баллисты, метавшие снаряды весом до 78 килограммов. Выпущенные такой машиной камни били по стенам с чудовищной силой. Это устройство более 8 метров в высоту было настоящей тяжелой артиллерией. Иосиф Флавий пишет, что снаряды подобных машин могли уложить несколько рядов воинов. Римские катапульты были столь совершенны, что средневековые, построенные на 1400 лет позже, выглядят по сравнению с ними примитивными. Сложно представить, сколько инженерных и технических навыков было утрачено с распадом Римской империи. Однако в 73 году империя была в зените славы. У иудейских мятежников не было ничего сопоставимого с оружием врагов ни по силе, ни по дальнобойности. Они стреляли из простых прощей. Кладете камень сюда и берете ремешки вот так, надевая их на пальцы. Прицеливаетесь, как из рогатки. Выбираете цель и раскручиваете прощу. Вот так. Снаряд может разогнаться до 100 км в час. И тогда вы отпускаете его. Защитников Массады обстреливали из баллист. Однако сохранились свидетельства применения римлянами еще более мощного и сложного оружия. На рельефах колонны Траяна в Риме можно увидеть ручное метательное оружие римлян. Из него обычно стреляли стоя, но при необходимости грузили на тележку и быстро перевозили с места на место. Римляне уменьшили греческие изобретения в размере, сделав их эффективнее в бою. Например, тяжелые стрелы из скорпионов летели более чем на 500 метров. Скорпион, небольшой стреломет, получил название в честь животного, которое жалит насмерть и легко перемещается с места на место. Это было любимое оружие Цезаря и многих других римских полководцев. Изобретенные греками машины использовали силу натяжения веревки. Веревка лучше и эффективнее запасает энергию, чем современные стальные пружины той же массы. Редкая находка, служившая знаком различия солдатское кольцо, помогла Алану Уилкинсу реконструировать самый легкий из римских стрелометов. Так называемую хиробаллисту. Ее название переводится как «ручная баллиста». Вероятно, один воин мог поднять ее и использовать в бою, что было очень ценно. Лучшие веревки для этих машин делались из сухожилий животных, но могли использоваться также конский или женский волос. Эти устройства приводятся в действие очень сильно натянутыми веревками. Чтобы полностью взвести хиробаллисту, нужно было приложить усилие в 335 килограммов. У механизма была подвижная средняя секция, державшая веревку металлическим зажимом. Ползунок взводили при помощи рычагов, а зубцы не давали ему соскользнуть, пока веревка не будет полностью натянута. Когда это случалось, стрелок вкладывал стрелу и отпускал зажим веревки.
Стрела разгоняется почти до 200 км в час. Вполне достаточно, чтобы пробить насквозь неприкрытый шлемом череп. Римские стрелы были сделаны так, чтобы не только лететь с максимальной скоростью, но и наносить при этом максимальный урон. Они похожи на современные пули «Дум-Дум». Остриё на огромной скорости вонзается в цель, а оперение разрывает ее, оставляя тяжелую открытую рану. Мы провели измерения. И оказалось, что снаряд из хиробаллисты летел со скоростью более 50 метров в секунду, а куда более тяжелая стрела Скорпиона — со скоростью 39 метров в секунду. Ужасные свидетельства того, какие раны могли наносить римские стрелометы, были обнаружены в английском Дорсете у замка Мейден Кастл. Здесь нашли кладбище, где были похоронены бриты, по всей видимости, защищавшие крепость от второго легиона Веспасиана. Стрела из римского оружия до сих пор торчит в позвоночнике неудачливого солдата. Вот на этом черепе виден след прямого попадания стрелы. Чтобы она пронзила кость, не расколов ее, скорость должна быть очень велика. На человеческий череп стрела Скорпиона подействует примерно так же, как на череп коровы. Разрушительная сила этого оружия ужасает. Но что происходило, если оружие римлян попадало в руки врага и оборачивалось против них самих? Способны ли доспехи защитить от него? Замедленная съемка показывает, как броня поглощает удар на скорости 200 км в час. Вот еще одна причина римского доминирования в Средиземноморье. Опытный артиллерист мог сделать из ручной баллисты до 5 выстрелов в минуту. А он, конечно же, стрелял не один. Этих машин было много. 55 передвижных тяжелых стрелометов в каждом легионе. Так что если вы располагали, скажем, тремя легионами, то при каждом залпе летели 165 снарядов. Нам кажется, что массированный залп артиллерии — отличительная черта современных боевых действий. Но римляне применяли ту же стратегию еще 2000 лет назад под Массадой. Но защитники крепости каким-то образом выдерживали осаду. Римлянам пришлось изменить стратегию. Римскому полководцу Флавию Сильви нужно было придумать способ проникновения в крепость. Для этого можно использовать таран. Тараны применялись для осады с древнейших времен, но до наших дней почти не сохранились. Этот бронзовый прямоугольный наконечник тарана из Олимпии — единственный сохранившийся до наших дней. Судя по двум рядам зубцов, он предназначался для разрушения стен из глинобитных кирпичей. Этот таран нашли в Олимпии в 1890 году. Он отлично сохранился. Хорошо видны бронзовые бараньи головы с обеих сторон. Но солдаты, несущие таран, очень уязвимы для стрел защитников города. Для защиты воинов применялись самые разные методы. Например, вокруг тарана сооружалось укрытие. Идея выглядит достаточно простой, но самые совершенные греческие тараны весьма напоминали современные танки. Эта конструкция была придумана малоизвестным греческим инженером Хегетором. Такой таран называется «черепахой Хегетора».
По сути, черепаха Кигитора — тот же боевой таран. Обычно воинов прикрывали огнем из катапульт и луков. А эта машина везла батарею катапульт с собой, таким образом обеспечивая себе огневое прикрытие. Эта необычная черепаха сделана из дерева и обшита железными листами. От попыток поджога ее защищали мешки с мокрыми водорослями. Черепаха Хигитора при осаде играла важнейшую роль. Ее подвозили к стенам вражеского города, когда хотели их разрушить. Сам вид черепахи, продвигающейся по полю боя, внушал ужас. Примерно как батальон танков в современном сражении. Осадная черепаха была столь опасным оружием, что против нее были разработаны специальные контрмеры. Так, из зарытых в землю глиняных сосудов делали своеобразное минное поле. Под весом черепахи сосуд ломался, образуя яму под ее колесами. Огромная машина с тараном длиной 30 метров медленно катилась по полю боя. Чтобы управлять ею, стрелять из катапульт, приводить в действие таран, были нужны десятки человек. Гораздо более поздние средневековые тараны не чета своим античным предкам. Но даже черепаха оказалась не самым мощным из осадных орудий античности. Гелиополис, берущие города. Построенный для осады Родоса в 304 году до нашей эры греческим инженером Эпимаком, был, как говорят, высотой 9 этажей и заполнен оружием. Родос являлся важным торговым и культурным центром, контролировавшим торговлю в Эгейском море. Атаку на него предпринял сын одного из полководцев Александра Македонского. Когда Деметрий Полиаркет решил взять Родос, он начал с морской атаки на гавань. Атаку отбили, и тогда он сменил тактику, осадил город со стороны суши. Он нанял афинского инженера Эпимака, чтобы построить самый большой в мире Гелиополис. Родосский Гелиополис, как считается, достигал 40 метров в высоту и поднимался над стенами города. Он весил порядка 160 тонн, так как от камней и зажигательных снарядов родосцев его с трех сторон защищала броня. Окна и бойницы закрывались щитами, так что на время перезарядки катапульты они были защищены. Величественное зрелище. Его вооружение состояло из катапульт и баллист, а на верхней площадке стояли солдаты с лестницами, готовые забраться на городские стены. Это была ужасающая машина. Загадка Гелиополиса. Как эта огромная машина передвигалась? По имеющимся сведениям, такая возможность существовала. Можно только представить себе, какой ужас она внушала. Главным образом Гелиополис обеспечивал нападающим подавляющее огневое превосходство. Но нельзя забывать и о психологическом эффекте движущейся огромной машины. Мы можем лишь представить ужас родосцев, видевших, как огромная постройка, ощетинившаяся оружием, катится к стенам их города. Едва ли многие надеялись, что Родос спасется. Город выстоял. Рассказы о родосском Гелиополисе, созданные в эпоху Возрождения, могут быть и преувеличенными. Вероятно, он был слишком велик, чтобы перемещаться, и потерпел неудачу. Родосцам удалось расшатать часть его брони и поджечь. Тем не менее, Гелиополис разрушил часть стен и башен города, остатки которых можно видеть и сегодня. Римляне предпочитали осадные башни меньшего размера, нередко сооружаемые прямо на месте. Ими было легче управлять.
Однако обрывистые утесы вокруг Масады, казалось бы, не давали шансов подвести осадные башни под стены. Мятежники, запертые в стенах крепости и подвергающиеся постоянному обстрелу из катапульт в течение нескольких недель, не опасались угрозы со стороны осадных башен. Они ошибались. Римляне понимали, что единственный вариант — забраться на вершину, и построили осадную башню 25 метров высотой. Спереди она была покрыта железными пластинами, а внутри сидели лучники и стояли катапульты. Но она стояла на 250 метров ниже вершины, и римляне сделали невозможное. Флавий пишет, что Сильва приказал построить насыпь, по которой башня могла подъехать к стенам. К западу от вершины холма располагалась широкая скала. Однако от нее до вершины Масады было 300 локтей. Флавий Сильва приказал армии носить землю и построить прочную насыпь высотой в 200 локтей. Остатки этой насыпи хорошо различимы и сейчас. Иосиф Флавий пишет, что войска римского полководца Флавия Сильвы брали землю для постройки насыпи вот из той ямы и складывали сюда. Они срезали ветви деревьев, росших у озера, втыкали их в землю и наваливали камни и землю слой за слоем. Вот таким образом, пока, наконец, не подобрались на 20 метров непосредственно к плато Масады. Даже сегодня результаты их труда поражают воображение, хотя за 2000 лет эрозия сделала свое дело. На это ушло несколько месяцев, но к маю 73 года римляне были готовы поднять осадную башню и таран по бревенчатой дороге к стенам Масады. Защитники Масады понимали, что не могут сдаться. Они слишком хорошо знали, какой будет их судьба, окажись они в руках 10-го легиона. Жестокость римской армии была хорошо известна. Удачное завершение осады легионеры отмечали выплеском жестокости, насилия и грабежами. Защитники Масады не могли противостоять римской военной машине. Однако примеры успешного сопротивления мощи римлян были. И, пожалуй, самый известный из них – осада Сиракуз, где жил гениальный математик Архимед. Архимед более известен как математик, но я считаю его одним из величайших инженеров Древней Греции. Он изобрел боевые машины для обороны города, чтобы тот не попал в руки римлян. Одно из загадочных изобретений Архимеда – подъемный кран Арпегис, описанный Плутархом. Он вытягивался за городские стены и хватал железной рукой корабли за нос, а затем поднимал в воздух и бросал в море. Римляне не привыкли сражаться с такими хитроумными врагами и жили в страхе перед изобретениями Архимеда. Римляне под Сиракузами были так напуганы изобретениями Архимеда, что, лишь увидев седого старика на стенах, начинали метаться в панике, как безголовые цыплята, с криками: «О нет, это Архимед, бежим, пока не поздно!» Историки спорят по поводу некоторых изобретений Архимеда. Существовали ли они на самом деле, или это всего лишь миф? Немало споров вызвала так называемая паровая пушка Архимеда. Многие специалисты просто не верят, что использующее силу пара оружие могло быть создано в III веке до нашей эры.
Однако известно, что греки смогли подчинить силу пара. Герон Александрийский построил паровой шар, по всей видимости, первый паровой двигатель в истории. Верил в паровую пушку Архимеда и Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи читал несколько работ Архимеда. Их обнаружили в его библиотеке. Леонардо использовал чертежи грека для создания похожей пушки. 35 лет назад профессор Иоаннис Сакас, греческий инженер и ведущий специалист по Архимеду, убедился в том, что Архимед действительно мог построить паровую пушку. Сакас был инженером и посвятил свою жизнь воссозданию творения Архимеда. Он построил модель в масштабе 1 к 5. Результат был поразительным. В нужный момент он открывал этот клапан, впуская воду, и бабах! Ядро улетало на 300-400 метров. Домашние съемки Иоаннеса Сакаса запечатлели один из успешных экспериментов с паровой пушкой. Получится ли воспроизвести этот эксперимент сегодня? Впервые за 30 лет мы испытываем паровую пушку Архимеда. Ричард Уиндли, делающий модели античных машин, создал ее по чертежам профессора Сакаса. Эта камера в задней части сделана из толстой стали. Архимед, вероятно, использовал бронзу. Массивная металлическая деталь раскаляется на огне. Камера высокого давления остается пустой до момента выстрела, когда через клапан поступает небольшое количество воды. Встретившись с раскаленным металлом, она мгновенно превращается в пар, повышая давление. Ядро в стволе находится прямо перед камерой высокого давления. Его удерживает на месте вставленный в ствол деревянный штырь, упирающийся в эту деревянную планку. Когда давление достигнет заданной величины, она сломается, и ядро с огромной скоростью вылетит из ствола. Мысль о том, что Архимед мог построить настолько современное оружие более 2000 лет назад, поражает. Все использованные принципы были хорошо известны древним грекам. Речь идет о высоком давлении в камере. Наше устройство работает при весьма скромном давлении, но добиться результатов, о которых пишут древние авторы, метать тяжелые снаряды на большие расстояния, было бы куда сложнее. Успешное применение машин Архимеда заставило римлян отказаться от попыток взять Сиракузы штурмом и перейти к блокаде. Но у защитников Массады не было великолепных машин Архимеда. Им противостояла армия, намного превосходившая их и людьми, и оружием. К тому времени римляне уже воздвигли насыпь под стенами Массады и готовы были приступить к финальному штурму. Римляне подвезли осадную башню высотой 20-25 метров и били стены тараном, пока, наконец, не пробили брешь. Защитники предприняли последнюю попытку остановить римлян. Хитроумные иудеи построили укрепление из земли и дерева, против которого таран был бесполезен. И Сильва приказал использовать огонь. Но ветер повернул пожар, начавший поглощать деревянный каркас баррикады, в сторону осадной башни. Иосиф Флавий писал: «Когда стена занялась, подул северный ветер. Он дул в сторону римлян,
и те испугались, что сгорят их осадные машины. Но затем ветер переменился и подул с юга, и вскоре стена горела по всей толщине. И римляне радостно вернулись в лагерь, готовясь на следующий день идти в атаку на врага. И они выставили усиленные караулы, чтобы никто из иудеев не попытался спастись. Но никто из осажденных и не пытался убежать. Спустилась ночь, и повстанцы поняли, что на следующее утро римляне пойдут в атаку, а они не смогут остановить их. Кульминацию этой драмы мы знаем только благодаря Иосифу Флавию. Все мужчины собрались в одном из дворцов и решили совершить массовое самоубийство. Вождь восставших, Элизар бен Яир, не мог позволить, чтобы его люди и их семьи попали в руки жестоких римлян. Лучше умереть от своей руки, чем вытерпеть такое унижение. Они умрут достойно и украдут у римлян их победу над Масадой. Римский полководец Флавий Сильва в эту ночь предвкушал победу, до которой теперь было рукой подать. А защитники крепости в это время бросали жребий, чтобы выбрать десятерых, которые убьют остальных. Флавий писал: «Все мужчины вместе со своими женами и детьми легли на землю, подставив шеи под удары тех, кто должен был исполнить этот долг. И когда эти 10 разделали это, они бросили жребий между собой, чтобы выбрать того, кто убьет остальных 9, а затем и себя. Когда на следующее утро римские войска вошли в Масаду, они увидели, что в живых не осталось никого. Мы не знаем, кто последним остался в живых. Но на следующий день, когда римляне пошли на штурм, мечтая о битве после 6 месяцев ожидания, 6 месяцев, проведенных в этой негостеприимной пустыне, их встретила зловещая тишина. В Масаде погибло около 960 человек, мужчин, женщин и детей. Никто не остался сражаться с римлянами. Защитники Масады лишили римлян удовольствия кровавой победы. Считается, что спаслись только 2 женщины со своими детьми, спрятавшиеся в водяных цистернах. Масада стала важным символом независимости евреев и единства нации. И все же без сочинения Флавия мы бы не узнали ни историю восставших, ни о мощи, брошенной против них Римом. Захват Масады подчеркивает, что римляне понимали важность тщательного и заблаговременного планирования, а также значение развития военных технологий. В живой силе, ресурсах, технологии ничего сравнимого с римской армией в Европе не было вплоть до 19 века, до армии Наполеона и Веллингтона. Более 2000 лет назад сначала греки, а затем римляне осознали, что ключ к победе – боевые машины. Они разработали передовые технологии для победы над врагом. Сделав это, они заложили основы современного военного дела в античные времена. На русский язык фильм дублирован компанией «Видеофильм».